Вот смотрите, вы не верите мне, так что если хотите так же, свайпайте вверх и зарабатывайте кэш. Ребят, хватит все время писать мне и занимать у меня деньги, потому что можно очень легко заработать, ничего не делая. Просто свайпай вверх, переходи по ссылке, действуй указанием, и у тебя будут бабки. Я, короче, заметила на своем рюкзаке новом. Мне кто-то поджег рюкзак. Суки! Кто это сделал? Вы мне все время вещи поджигаете. Хватит мне завидовать и поджигать мне мои вещи. Я пришла опять к Жанне, прокалывает нос, потому что свои проколы я доверяю только ей. Так что все быстро к ней прокалывают носы, смайлы и соски. Я, кстати, еще сосок прокалываю, так что... Я проснулась. Мочи поехал в трампул зашивать мозги. У него что-то с рукой. Первое кладбище. Первое правило. После кладбища нужно быть ноги смыть. Что мы делаем? Мы берем мыло, наносим на ноги. Обязательно хорошенько слово. Моча, не любишь. Ребят, тут такое, ссылка типа работает, и она работает последние 24 часа. Все, типа через 24 часа больше ссылка не будет работать, я вам серьезно говорю. То есть у вас есть возможность заработать кэш прямо здесь и прямо сейчас. Так что успевай, свайпай вверх, действуй всем указаниям. И ты поднимешь бабки последний раз. Ребят, пожалуйста, не покупайте клубнику сейчас, потому что посмотрите, что. Я вам серьезно говорю, верните кокаин в кока-колу. Не покупайте такую клубнику ради меня. Пожалуйста. Моти создал телеграм-канал со ставками. Среди тех, кто подпишется, я разыграю 15 тысяч рублей. Так что свайпай вверх. Ребят, если вы хотите купить рекламу, то напишите вот сюда. Что он писает. Я прикусила язык. Мой. Смыла. Все. Да. Ребят, а еще это не реклама, а я вам кое-что хочу рассказать. Я очень долго выбирала Моти кроссовки, и с помощью этого блога я реально выбрала ему кроссы и заказала их. Все подписывайтесь и читайте, это реально крутая тема. Ребят, с этой девочкой мы очень хорошие знакомые, мы реально дружим. Поэтому все подписывайтесь на нее, и все, кто подпишется на нее, я буду лайкать, конечно же.
А, я в больнице, а Моти заблокировали аккаунт. Какая сука это делает?